печь. Четыре верхних и нижних нагревательных элемента позволят вам готовить настоящие запеченные блюда. Пар. С паром ваша еда становится вкуснее. Гриль. Верхний нагревательный элемент подрумянивает блюдо. Микроволновая печь. Надежный способ быстро приготовить еду. Широкое разнообразие режимов для приготовления пищи, включая вкуснейшие блюда из духовки в компактном корпусе. Печь. Еда на металлическом противне. Возможность контролировать температуру при нагреве всего объема печи. Пеките пышные пироги и кексы благодаря функции пара. Готовьте запеченные блюда ресторанного уровня с помощью контроля за температурой системы с двойным грилем и впрыскиванию пара. Гриль. Для запекания пищи с одной стороны используйте металлический противень или решетку. Верхний гриль подрумянивает блюдо. Чтобы поджарить на гриле сразу обе стороны, используйте противень для двустороннего запекания. Такой противень впитывает нижние микроволны. Нижняя поверхность блюда нагревается и подрумянивается, как на сковородке. При этом верхняя поверхность подрумянивается верхним грилем. В результате ваша еда будет запечена с обеих сторон, без необходимости переворачивать ее во время приготовления. Кроме того, противень для двустороннего запекания предотвращает скопление излишков жира. Жар проникает напрямую в пищу и удаляет лишний жир. Благодаря противню для двустороннего запекания вы сможете готовить более вкусные блюда с меньшим количеством жира. Одновременное использование. Используйте решетку для приготовления мясных блюд. Вы можете использовать стеклянный поддон для сбора излишков жира. Верхний нагревательный элемент подрумянивает блюдо сверху, а нижние микроволны тщательно готовят пищу. Одновременное использование гриля и микроволн уменьшает обычное время приготовления пищи. Одновременное использование гриля и микроволн позволяет вам готовить вкусные блюда быстро. Сочетание пара и микроволн. Используйте стеклянный поддон. Микроволны нагревают пищу изнутри, что обеспечивает тщательную тепловую обработку. Затем готовьте пищу с использованием большого количества пара. Комбинация микроволн и пара делает приготовление пищи максимально простым. Компактность. Двойной гриль позволил создать мощную микроволновую печь в компактном корпусе. Простота в использовании. Фторовое покрытие для более легкой очистки. Голубая подсветка. Инфракрасные сенсоры. Большое разнообразие режимов приготовления пищи для любых продуктов, включая вкуснейшие блюда из духовки в компактном корпусе. Паровая печь с двойным грилем Panasonic NNDS 592M.